from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything? Все, ребята, снег закончился. Немножко подмерзло, теперь это гололед. Где-нигде пораставал, или машины пораскатывали. В общем, такие дела. Не очень радостные, но ничего. Сейчас мы с вами поедем в центр, а там я вам уже скажу, куда дальше. Ребята, в центре не рассказала, потому что быстро забежала в трамвай и все. Я еду домой, короче. Потом уже все позже расскажу. Расскажу, как началось сегодняшнее мое утро. Не без приключений, как всегда, поэтому ждите историю дальше. Все, ребята, я приехала, а тут снег все сыпет своей красотой. Все, ребята, я уже у себя на районе. Нас тут шурует мокрый снег. Но все равно беленькая еще красивая. А где ж мне можно спуститься без вреда для здоровья? Очень скользкие ступеньки. Так, будем надеяться на чудо, ребят. Так не люблю зимой вот эту штуку. Это не стоит. Сейчас иду в магазин Варус. Надо кое-что докупить. Мама попросила. Потом иду домой до фильчика. Все мои при... О, уже елки продаются. Смотрите. Видно вам че? Сейчас покажу ближе. Вон. Вон она. Я не знаю, может где-то в Днепре уже тоже на рынках. Но у нас на... Или у нас раньше начали продаваться. Вот роза. Красивая, цветок рябас. Жалко, вам сверху не могу показать. Вид сверху. Короче, утром началось с того, что я все-таки встала по будильнику. Вот, собралась уже, оделась, обулась. И я начала искать шапку где-то полчаса. Это капец. Это не событие. Говорю сразу для тех, кто будет там потом писать, что это событие. Что это не событие, но просто маленькая сегодня утром оплошность, скажем так. Доехала я нормально, хотела вам дорогу снять, но сидела не возле окна, к сожалению. Снежок, он прям хрустит, слышите? Не, надо там, где вот нету. О. Или не? О. Хрустит. Снежок. Вот. Поэтому, ну, в целом все хорошо. В целом. Белый снег, зима. Скоро Новый год. Что все, ребята, будет хорошо. Я вас всех люблю. Искренне и верно. Идемте в магазин. Какой же шерсток хорошенько отросло. Хорошенько отросло. Кто хвостик распотлов за день? Мама утром завязывает, він потлає. Мама утром завязывает, він потлає. И ты, родной. А то вы колечко. Колечко, вижу. Да ты, я вижу, что рад. Я вижу. Прям на руки прыгает. Прыгает малютка, надо тебя покупать уже. Уже покупать надо такого засранца. Ребята, себя не показываю, у меня ужасно, ужасный вид. И опять же из-за шапочки. Поэтому наслаждайтесь маленьким принцем. Маленьким принцем. У него новая одежка, я потом покажу. Мама говорила, что купили или заказали где-то. Сейчас вы соскучились, сказали, ты звезда. Звезда, можно трансляцию делать? Звезда! Звезда, звезда! И ты звезда! Брось эту штучку. Ты уже зубков нема, а ты все равно хочешь. Ты хочешь. Вытянем. Опа! Дурачок. Да мой любимый, мой хороший. Ты меня любишь, ты за мной скучаешь. Ты меня всегда помнишь. Помнишь? Спасибо, Баксик, спасибо большое. Тебе нельзя. Тебе нельзя. Мы сейчас эту штучку купили для этого, для Фили.
Вася ее экспроприировал, потому что почему только для Фили, потому что у Васики зубки слабенькие, а он все равно бегает. Бегает, прыгает, бегает, прыгает, бегает, бегает. Со, моя зиронька. Самый хороший. Ты меня встречаешь. И Баксик лёг. Ну куда ты мне на лицо лезешь? Куда ты лезешь? Хочешь наверх? Пожалуйста. Не надо прыгать, не надо, я тебя снимлю. Что ты хочешь? Тёмы хочешь? Ну сейчас будем давать Тёмы. Передай привет ребятам. И буду тебе Тёмы давать. Сейчас буду тебя перечесывать. Ладно, ребята, я уже дома. Вася, накидайся. До свидания. Все, Басико, сплавили. Теперь ты мелкий. Мелкий. А ну дай, Басик, колечко, дай. Дай, не надо жадничать. Бася, быстрее. Он тебя испугал, малыш. Вот это кто подряпал? Кто это будет переделывать? Спишь? Чи не спишь? Удобно тебе на подушечке? А ты сюда подергай, что? На камеру работаешь? Сейчас перечешу тебя, сейчас. Просто резинки не могу найти, сейчас позвоню маме и тебя перечешу. Вот мерзопакость мелкая, ну. Ну зачем ты на глазки себе, зачем? Смотрите, какое оно вредное. Ну что ты сделал? Это такая прическа? Это ты так хочешь? Ребята, я вам хочу сказать пару слов. Му, ты что тут? О. Нельзя так лапой делать, Филя. Филя, хватит. Филя, хватит играть на камеру. Хватит. Ой, вредню, мы хвост снимаем. Вот так мы снимаем хвост, да. Вот прям так. Прям артист. Прям артист, только неразговорного покажана. Филя, не надо так делать. Филя, Филя, накажу. Накажу, так буду держать за хвост и все. За ушком почесать. Почесать тебя за ушком, тяни. Я хочу вам, ребята, сказать огромное спасибо за каждый ваш комментарий, за каждое написанное слово, за лайки, за дизлайки. Тоже спасибо вам большое. Мне очень важно, чтобы была, ну, любая, скажем так, реакция. Главное не тишина. Вася, что ты делаешь? Что вы делаете, ребята? Это кто сейчас сделал? Ой, красопета. Ой, вообще красава. Прям причесон, Филя, у тебя. Мне очень важно это, потому что если я хотя бы одному человеку нужна и важна каждый день, то это очень классно. А я точно знаю, что хотя бы один человек ждет мои видео, трансляции, ждет любое общение с моей стороны. И мне это очень приятно. Спасибо вам большое. Скоро наступят новогодние праздники, День Святого Николая, Новый год. Он обижен, что не его гладить. Ну, чё ты потлався? Чё ты потлався? Ну, так же ж красиво можешь лежать. И буду тебе тоді показывать не Баксика. Ой, обижен, звездун. Я, ребята, вас хочу уже поздравить всех с наступающими праздниками. Пусть атмосфера в вашем доме, в вашей семье и в любых отношениях, даже на работе, будет очень теплой, будет греть вас всегда. И вы будете самыми счастливыми людьми. Да, как мы. Вы самые счастливые? У нас много нет, но у нас есть мы. И от этого мы кайфуем, да. Просили чаще Баксика показывать. Вот вам Баксик во всю морду. Очень нравится у него такой носик сухой. И храпит ночью. Очень громко. Все, ребята, подписывайтесь на мой канал. Но обиды все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и я думаю, мы скоро с вами встретимся. Спасибо вам еще раз большое.